Итак, для ухода за телом вполне достаточно пары средств. Так как все борются с целлюлитом, и я не исключение, я в профессиональном косметическом магазине для мастеров приобрела вот два таких килограммовых ведра, скраб для тела и крем Актив Антицеллюлит. Помните, еще частенько сейчас в аптеках могут попасться средства в ярко таких рыжих тонах, такие вот длинные флакончики, баночки. Это вот как раз вот эта вся фирма Флорисан. У них один и тот же производитель. Я вот почитала здесь. Просто я любитель в одинаковых, одну одинаковую линейку брать. Ну и, естественно, липовый мед. Почему рекомендуется для самомассажа медового именно липовый, не гречишный, не других разновидностей? Потому что у него он более маслянистый и очень хорошая сцепка с кожей во время работы. Я переложила их вот в такие баночки, я пронумеровала, то есть я 1 числа их открываю, хочу посмотреть, насколько их хватит, я предполагаю, что на 3 месяца. Это 1000 рублей, то есть 450 и 550 тысяч рублей на 3 месяца для ухода за собой. И, естественно, сухая щетка, то есть когда я хожу в баню, в хамам, я делаю сухой щеткой самомассаж, а вечерами ложусь, делаю себе щеткой самомассаж. Вот этот крем я себе, считаю, сама вбиваю. И вот скраб для тела 2 раза в неделю. То есть вот в такие баночки перекладываю, потому что в таких контейнерах держать не очень удобно, вся ванна будет заставлена. Обзор на капус для волос я сделала ранее. В общем, поехали.